Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Ну что, заберем вначале награды. Задание дня. Опа, 50 баксов нам прилетело. Так, посмотреть рекламу. И ежедневки. Понятно. Так, а здесь у нас что? Маленькие ДНК. Плюс тоже ДНК. Отлично. Так, деньги я пока собирать не буду. Тут у нас кто-нибудь вылупился? Нет. Все еще созревают. Так, здесь у нас... А давай я его, наверное, быстренько закончу за доллары. Забираем. Тирана Титан. Ну что, прокачаем его до 20 уровня. И, наверное, следующего поставим на эволюцию. 29 минут 58 секунд на все про все. Так, теперь мне интересно посмотреть, какие у нас задания сегодня будут. Чудовище глубин, денежная борьба и водная волна. Чудовище глубин. Ох ты. Давай-ка попробуем. 4 поединка. 4 поединка. Ксенотодон, тилозавр, тилозавр. 2 тилозавра. Так, они все одной стихии. Значит, нам нужно брать следующих. Это кранозавр. Это архилон. И последний будет рамалиозавр. Наверное, так вот сделаем. Хотя, знаешь что, лучше мы, наверное, сделаем кайвикея. Я думаю, что мы справимся здесь. Ну, не справимся. Придется тогда нам переигрывать. Так, начнем, наверное, с накопления очков действий. Прикинь, сейчас бомбанет две атаки. Ребята, это он знал. Ну вот как вот по-другому это объяснить? Раз, два, три. Вырубаем тогда и мы хмыря этого болотного. Так, тилозавр сейчас побоится атаковать, мне кажется. Нет, нисколечко не побоялся. Ну что, гасим его? Давай гасить. Твою налево, вот это я лопухнулся. Сейчас мне пропишут. Слушай, ну вот откуда он может знать, что вот... И как вот тут быть теперь? Он же все потратил. Раз, два. Давай так попробуем. Ну я уж не знаю. Тут 778 хп. Ёк-макарёк. Конечно, тут труба нам, ребят. Офигеть. Просто пробил. Ладно. Подурковали, как говорится, и будет. Пора уже серьезно подходить к этому делу. Это было разминочное у нас. Типа разминочный. Здесь будет достаточно, наверное, одного. И это будет у меня Генодус. Я возьму... Хотя, ты знаешь, вот еще рамалиозавра можно взять. Все. Так, плезиозавр нам, наверное, еще пригодится для чего-нибудь. Давай леоплевродона. Кстати, его можно прокачать до 20 уровня. Ну что, попробуем? Давай смотреть, что он тут придумывает. Угу. Ну что, я могу сказать ему до свидания, наверное? Гуляй, Вася. Тилозавр появился. Вот так вот, да, значит ты. Ну что, и тебе тоже скажу до свидания. А блин, знал бы. А, все равно он сейчас завалит. Он все равно завалит нас. Ладно. У нас есть рамалиозавр. Он-то с ним справится с полтычка. Пробиваем. Ну что, первый поединок за нами. Точнее, вру, ребят. Первый поединок был за ним. Второй поединок за нами. Потому что первый раз мы и проиграли здесь. Так, наградочку забрали. Смотрим дальше. Генодус, Протостега и Кранозавр.
Так, ну что, против Генудуса я возьму Зуходуса. Против Протости... А, они все здесь, опять же, одной ребят стихии. Ну что же, тогда вперед из песней. Вперед из песни. Так, здесь нам надо будет копить. Копить очки действий. Тоже, да? Тоже не дурак, решил подкопить. Ладно. Но, по-моему, ему сейчас будет крышка. Ага, одну очку действий он сохранил себе, да, получается? Так. Давай глянем. Он его не стал тратить, видимо, его переносит уже на протостегу. Так и выходит. Все слил, получается, да, паренек? Паренек все слил подчистую. Угу. Раз-два, раз. Ну что, валим его. И выходит кронозавр 37 уровня. 374 к атаке. Ну вот ты, парень, и попался. Моя очередь. До свидания. Ну что, как-то вот так вот. В общем, второй поединок тоже прошел на ура. Давай глянем, что у нас там в третьем поединке. Кого там против нас поставить хотят? Гинекоприон, Эдестус и Гауфиозавр. Ё-моё, это вот плохо. Что мне против него поставить? Хайнозавра? Здесь... Блин. Чё, Генодуса, что ли, брать? Ладно, возьму Генодуса и здесь возьмем Артакантуса. Вот такая команда у меня получается. Наверное, сейчас он поменяется, скорее всего. И берет Гауфиозавра. И я поменяюсь и возьму еще 2 очка. Упс. Да, он бить не стал, кстати. Так, Генодус, ведь ты же сможешь его завалить? Раз, два, три. Давай проверим. Нет. Меняется он. Неужели вырубит? Ух. Как это было, ребята, близко и опасно. Раз, два. Раз, два. Вырубаем. Гинекоприона этого. Гафиозавр уплывает. Ну, 705 к атаке тут. Сейчас будет все сливать. Так, ну дальше мы его прижучиваем, верно же? 1500 хп. До свидания, Эдестус. Так, он не стал ходить. Мне кажется, это зря. Гудбай. Что я могу тебе еще сказать? Молодец. Ну что, остается у нас последний поединок, последний бой. Так, покажите мне, пожалуйста, кто у нас здесь доказавр. Так, значит, здесь получится, нам нужен будет тилозавр. Ну да. Вот так вот мы и сделаем. Поехали. Я, наверное, все-таки ударю. Я все-таки ударю этого докозаврика. Хе-хе-хе.
Хитро. Ну ладно, он потратил все свое барахло, так скажем. Прописываем. Ну что, Артакантус, не ожидал увидеть гигантского Артакона, да? Нет, паренек, это тебе не поможет. Это тебе не поможет. Вообще никак. И Гелфиозавр. У него вообще, ребята, ну, как ты видишь, у нас классовое преимущество. Так что, что он тут сделает? Две атаки, зря, конечно. Но это его выбор. До свидания, Гелфиозавр. Отдайте нам лучше мою награду. Я хочу ее получить и посмотреть, что нам там выпадет. Там будет рулетка, ребят. Там будет рулетка, а на рулетке мне не везет вообще практически никогда. Везет на всякий хлам. А хочется получить что-нибудь редкое. Да, гигантозавр. Ну что это такое? Ну, бред. Это просто бред. Так, забираем награды. Кстати, нам нужно потратить еду, совершить сделки. Давай-ка мы все это сейчас завершим. Баксы. Очки доверия на Эндрю Сарха. На Аэро Титана. Что это у вас за эти? Всех союзников на 100. Давай сделку эту сделаем. Так, тут у нас пронзающий укус. Берем. И ларек с мороженым на 26 тысяч еды. Да, давай, фиксим. С этим ларьком с мороженым. Так, дальше у нас потратить еду. Тут у нас награда еще, я смотрю, уже заработанная. 1520 ДНК. Ага, еще еженедельно. Здесь вроде бы как все. Да сходи ты, Оуэн. Сходи, разберись, там уже достал уже ты. Жужжание. Сколько тут? $10 надо заплатить. Эть, чуть-чуть не хватило, да? Ну и замечательно. Все равно, блин, не хватает нам. Что это у нас? Использует ускорение. $425 000 монет. Опа. Мини-ДНК, ребята. Неплохо, считай, по тыщенке накинули сверху. Так, а здесь еще, по-моему... Нет, нет. Открыли наборы карточек. Дальше что нам? Потратить еду, собрать моды. Моды надо будет еще глянуть. За деньги, да, будем? Давай. Дельта, давай что-нибудь путевое. Все время я у них прошу, и ничего мне не дают. Естественно, набор паков фиг ты когда от них увидишь. 20% хп. Здесь что нам выпадет? Это ОЗ на 15% всей команде, ребята, увеличивает. И последнее, это увеличит запас ОЗ на, вот на 500 это нормально, ребята. На 100 это никуда не годится. Так, значит, нам нужно еще 3 ПВП сражения, кайнозойку и еду. Блин, кого мне прокачать-то, а? Кто-то же хочет, наверное, прокачаться, да? Хочет, но молчит. Так, у нас, по-моему, в подводном там царстве вроде бы кто-то хочет прокачаться, нет? Да ладно, что, вообще что ли никого нету?
Уж Леоплевродон, нифига. Ничего подобного. Так, а ты-то что у нас тут? О! Задание выполнено. То есть потратил, получается, да? Да, 400 тысяч еды мы потратили. Ну что, 3 ПВП и кайнозойская эра. Так, а у нас здесь победить 9 противников. Водная волна, водная, блин. Не, друзья, водную я не потяну. У меня нету, некем играть. Птеранодон, спинораптор, кентрозавр. Так, птеранодон. Ну, здесь, наверное, нам надо поставить анкилодока. Против спинораптора мы возьмем нондагозавра. А против кентрозавра я возьму таниколагриуса. Так, ну что, друзья мои, давайте посмотрим, что у нас из этого всего получится. Так, 1100. Блин. Ну, я, наверное, все-таки ударю птеранодона. Он, наверное, поменяется, мне кажется, сейчас. Оу, 1337. Фигово на самом-то деле. Ладно, я сделаю так и, наверное, вот так. Пускай меняется на своего птеранодона. Еще утворяет. Так, с птеранодоном пора заканчивать. Раз, два. Вот так вот сделаем. В топку его. Ну что, спинораптор? Ага, вот так вот, значит, да? Сколько же нам нужно сделать? Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Вырубаем. Кентрозавр. Блин, 5 очков действий. 3 очка действий, ребята, он сохранил себе. Вот что я тебе хочу сказать. Раз, два. Три, раз, два. Давай проверим на прочность. А, ну все. Тогда тебе крышка, парень. Тогда тебе кранты. Все, тем более он еще и потратил одну очку действий. Влупляем. До свидос. Но это была только первая схватка. Это была только первая схватка. Еще сколько там? Две впереди. Ну-ка. Смотрим. Эниозавр, Залмаксес и Анкилодог. И причем это все, ребят, травоядники. Это даже, с одной стороны, очень хорошо, потому что возьму спинраптора, карнораптора возьму. И... А, наверное, Раджастигу еще возьмем. Ох, сейчас повеселимся. Но они, правда, хоть и травоядники, они жирные. Ты посмотри на их ХП. 3617, как тебе такой расклад? Я думаю, что это слишком здоровски, да? Так, у него анкилодог, вот этот, да, это мощь, это машина. Я, наверное, еще вот так вот сделаю. Ну что, ты будешь меняться, нет? Нет, ребята, он оставляет себе опять одну очку действий. Ну что, тебе надо его прописывать. Вот так вот, с запасиком возьмем. Готов. Теперь Залмаксес, но у него 618 к атаке. Сейчас, наверное, вырубит меня. Абсолютно ничего не стал делать. И это хорошо. Раз, два, три, четыре. До свидания. И остается Анкилодок. 473 к атаке. Ну давай, сливай все. Почти все, ребят. Одну очку действия он оставил себе на запас. Но мне кажется, это ему уже не поможет. До свидания, наш плюшевый мишка. Возвращайся, когда
когда я не знаю, что. Когда отдохнешь. Ну, друзья мои, что я хочу сказать. Вторая битва тоже очень даже неплохая была. Третья, последняя, заключительная. Гигакилоцефал, Альбертозавр и Тупандактиль. Ну, здесь я возьму, наверное, Индоминуса. Здесь возьмем Диплозуха. А тут Апатозавр. Да? Вот, в принципе, и все. Давай посмотрим. Так, съесть я сделаю вот таким вот образом. Но ему нет резона меня атаковать. А вот смениться, да. А вот он на кого решил поменяться. Так-с. Давай я, наверное, сделаю следующим образом. Блин, может быть его... Нет. Нет, 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 еще раз нет. Давай так попробуем. Ну, меняется, естественно, Альбертозавр. 1280 к атаке. Ну и до свидания, парень. Ты напросился на крупные-крупные неприятности. Давай, Диплозух, иди сюда. Раз, два, три. И вот так вот. В хлам его разносим. Правда, сейчас нас Тупандактиль-то этот вырубит. Но ему придется потратить 2 очка действий. Зато потом Апатозавр его в хлам разнесет. А ведь разнесешь, ведь ты его в хлам, а? Хватит нам мощей? Должно хватить. На! И вот он, Гигацефал. Гигакилоцефал, вот так вот. Ты смотри, что вытворяет, а? Ну, Индоминус, давай. Рви его на маленькие лоскуточки. Все, друзья, мы прошли. Прошли мы с вами это событие. И сейчас у нас там рулетка лишь. А, тут же доллары. По 30 баксов должно быть, по идее. Угу. Итого у нас получается 120 долларов в копилочку. Шикарно. Больше, к сожалению, друзья, я не смогу события. Водная волна у нас не получится, потому что откаты. Так, здесь эволюция произошла. Прошла, да не совсем. Так, активация. О, иди разберись, пожалуйста. Так, так, а нам нужно сделать, выполнить ежедневки все. Так, игра вылетела не вовремя, как обычно. Так, что у нас тут есть? Опачки, еще одна награда. Давай-ка я ее заберу через поймы. Баксы. Так, и Бонитозавр. 50 очков доверий. Так, ну что, друзья, я думаю, что нам, знаешь, что надо сделать? Потратить вот эти доллары. Вот здесь вот. Активируем. Замечательно. Так, у нас есть какое-нибудь новое? Ага, кофейня Боб Джунглей. Здесь рядышком стоит. Кофейня это. А здесь что вы хотите мне показать? А, у меня же нет больше легендарных карт. Или есть? Ага, вот. Дунклясти. Блин, питомник занят. Причем полностью, и никого здесь не ускорить. Да, друзья мои, Дунклясти есть. Вылетает и вылетает. Наверное, мне пора, ребята, закругляться. Ну что же. Хотя, подожди, какой закругляться? Ежедневки-то мы еще не сделали. Так, ПВПшка, Кайнозойка. Ну что, пойдем в Кайнозойскую эру тогда. Быстренько сыграем. Кайнозойская эра, выбираем. Погнали. Это будет у нас заодно сразу же ПВПшка, да? Отыграется. Ортинотериум, Тела Космил и плюс... Паноктус. Ё-моё. Так, я, наверное, звездану все-таки. А, он ходит первым. Ну, давай. Что ты сделаешь?
меняется. Энтелракс. А мы сделаем тогда вот так вот. Ну-ка, посмотрим. Будет меняться он опять. Ёк-макарёк, ребята, сейчас еще ударит. Не стал. Ну что, попробуем бомбануть его все-таки. Ах ты, жук ты навозный, а? Вот жучара-то, а? Опять меняется. Он опять поменялся. Так, против этих у нас Паноктус слабоват будет. Тогда берем его как мясо. Это будет наше мясо сегодня. Паноктус. 5 очков действий. Сколько он сольет? Наверное, все. Да, он сливает все, абсолютно. Но я-то ему это не прощу. Раз, два. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Ну что же, Эндрю Сарх. Неужели сейчас все 4 очка потратят? Ха-ха-ха. Вот и кранты тебе, парень. Вот и кранты. Раз, два, три. Раз, два. Гудбай. Так, следующий Энтелракс. Ну, что ты будешь делать? Задумался. Птичка задумалась. Решила ничего не делать. А ведь это зря. Это очень зря. Ну что, друзья мои, победа за нами. Ну все, 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 все. Начинает тут рычать. Так, одну ПВП-шку отыграли, да? Кенезойку отыграли. Забираем приз. Ну, понятно, монетки, как всегда. И еще раз укрутанем. Опачки, 50 долларов. Замечательно. Ну что, давай тогда, наверное, еще один поединочек сыграем. Поехали. Кто нам сейчас тут выпадет? У меня, видишь, два этих с ледникового периода. Ай-яй-яй-яй. Короче, ребят, здесь фейл. У него Эндрю Сарх и еще кто-то. Как раз пещерники против моих ледяных. Просто разорвут нас, короче, здесь. Ну давай, кого ты там возьмешь? Он меняется. Берет у Унтотерия. Унтотерия, да? Давай-ка я возьму носорога шерстистого. И вот так. Придется мне его, наверное, скармливать. Как мясо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 755. Видишь, что творит? Видишь, что он творит? Ладно. Гасторнис, вся надежда на тебя. Ребята, он специально... Это вот, как ты хочешь сказать? Именно две атаки, чтобы вырубить меня. Все с ним понятно, короче.
Раз, два, три. Давай проверим. Так, этого вырубаем. И выползает Эриматерий. Ну что ты будешь делать, а? Меняется. Хорошо, поменялся. Ты посмотри, а? Ах ты шлепок несчастный. Слушай, она в любом случае крышка, ребята. То, что я взял две защиты, мне не поможет здесь. Он меня пробьет. У меня всего лишь 92 хп. 4 атаки, 3. 3 атаки ему достаточно, чтобы меня уничтожить. Бедный Гасторнис. Погиб. Ладно. Нам отыграться-то никак не получится, да? Ну-ка, что мы тут? Нам нужно еще один PvP-поединок сделать. Так, а если мы возьмем Энезуйский против наземных? А, это еще и с модами. Когда существо атакует, оно наносит в ответ 50% урона. Берем. Так, союзных на 100. На 100 это мало. Так, отключает мод. Вот это я, пожалуй, возьму. Отключает мод. И сделаем... Так, это что такое несокрушимость? На 15% у всех. Снижает атаки всех вражеских существ на 45%. Вот это будет круто. Погнали. Ох, ребят, рискуем, конечно, очень сильно. Я сейчас не удивлюсь, если против меня поставят травоядников. Да ладно, ты серьезно? Опачки. У меня два летуна, а он против меня выставил рептилий. Чуешь, чем пахнет? Это что такое? Клон. Ого. Так, альфа. И еще альфа. Блин, что сделать-то? Давай я так сделаю. Пробить он меня не пробьет, верно? Верно. Так, а мы ему... Ага. Слушай, мне достаточно... Раз-два. Вот так вот сделать. Goodbye. Так, диплотатор. Ну и что ты сделаешь, диплотатор? Ничего, я так и понял. Раз, два, три. Раз. Пока. А вот крутозавр, это, ребята, серьезная уже проблема. Хотя 330 к атаке. Твою налево сейчас бомбанет. Сейчас он по мне звезданет. Так, а мы ему не отдадим 50% урона? Не, ничего не отдали. Ну что, идем, Морфодон. А нет, вырезали. Отключили мод. И до свидания. Все, ребята, прописали. Красавчик. Эдю Морфодон просто красовала.
Ну что, ребята, забираем наши награды, получается. Усиленные элитные подарки. 50 ДНК на Капразуха. Да, получается, что все, ребят. Забираем наши ежедневные награды. $45, отлично. Поздравляем, выполнили, да-да-да, мы выполнили все задания. Тут забрать. Смотри, 75 баксов, 60 баксов. О, красиво. Парк, битва суши и моря. Да ладно, вы меня балуете. Опа-на. Фига себе, вот эту я штуку обязательно, ребят, должен установить. Эту штуку, что тут опять? Выполнили, да? А вот куда ее выставить? Здесь есть у нас место? Чтобы ее поставить именно тут. Есть. О, даже вот сюда мы ее поставим. Она хорошо тут будет вписываться. Замечательно. Просто замечательно. А что мне тут опять хотят показать? Что вы мне показываете здесь? В общем, в следующий раз надо не забыть, ребята, поставить нам Дунк Лястея на то, чтобы он выводился. Да? Да. Ну что же, ну а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!